Им некогда болеть. Покачевские нефтяники дружно проходят вакцинацию против гриппа. Ежегодно предприятие закупает сотни ампул для работников всех подразделений. В случае необходимости прививки делают и от клещевого энцефалита. Иммунизацию проходят прямо на рабочем месте. Сюда приезжают бригады медиков. Этой осенью на охране здоровья нефтяников французский препарат «Юнфлювак». На его защиту надеются как руководители подразделений, так и те, кто работает на предприятии вахтовым методом. Работа вахтовым методом, перемены климата, в аэропортах, в дороге, народу много, инфекции. Поэтому лучше сделать прививку и не бояться.